Здравствуйте, любители астрономии и гости моего канала. Начинаю серию показательных видеороликов, как в домашних условиях выплавить из законного стекла вот такую 400-миллилитровую заготовку для главного зеркала телескопа. Из моих видеороликов вы узнаете, как я в течение года методом проб и ошибок все-таки выплавил эту заготовку и уже предварительно сделал черновую обдирку зеркала. Осталась чистовая и полировка. Фокусное расстояние этого зеркала предварительно 2500 мм. Подписывайтесь на мой канал, и мы с вами построим телескоп от А до Я. Будет интересно. Приятного просмотра. Начинаем познавательный фильм, как изготавливать стеклянную заготовку для телескопа большого диаметра. Вот так начинается эта работа. Измельчаем стекло. Потом перемелим в муку. Не будем выплавлять стекло. На этой мельнице будем молоть стекло в муку. Потихонечку будем неудобно снимать и работать. Ну, потом покажу, что получилось. На просторах интернета говорят, что невозможно выплавить заготовку для телескопа в домашних условиях. Мы попробуем это опровергнуть. Вот у нас что получилось. Вот. После первого помола стеклышко у нас такое. Сейчас второй раз перемелим. Вот. И все будет окей. Будет готово к выплавке. Такими мелкими репортажами мы потихоньку построим телескоп. Один телескоп я уже построил. В Ютубе есть ролик, где я 40 лет делал 150-миллиметровый телескоп урывками. Несколько раз бросал, потом опять начал, и в конце концов я его закончил. А сейчас хочется сделать большой 400-миллиметровый телескоп. В этом мне я подумал и разработал свою технологию изготовления заготовки с помощью ребят хороших. Гончары гончарным делом занимаются. Они мне сделали хороший тигель. Вот мы в нем и будем выплавлять заготовочку эту. Пока все. Это будет очень долгий цикл. Так, итак, зажгли. Температура пошла вверх. Медленно будем набирать температуру. Грелочка работает стабильно. Пока все хорошо. 69-70. Все. Будем следить. Так, прошел час. Температура 281 градус.
Так, прошло 4 часа. Температура 458 градусов. Все хорошо. Так, увеличили мощность горелки. И с этой позиции началось быстрее нагреваться. Камера сгорания. Потихоньку испекли пирог. Практически будем заканчивать. Сейчас выдержку сделаем несколько часик при этой температуре. Хорошо расплавилось, пузырьков почти не видно. Красная снаружи. Так, вот пирог получился. Ну, вот такое стекло получилось. Края только отбились. Сейчас одной рукой подниму. Расцвел ночью кактус. 5 цветочков, и пчелка прилетела, опыляет. Вот как. Вот так. О, красавица. Вот вам подарок вам от нас. В монтаже этого видео мне помогал товарищ Ингейм. Ссылка в описании на него. Из первого видео вы узнали, что первый блин получился комом. Сейчас дадим поправку на температурный режим и будем выплавлять вторую заготовку. Пока продолжение следует.